Пилат спрашивает, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? И Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Этими словами Христос показывает, что даже таким тиранам, как Пилату, власть дается от Бога или попускается от Бога. Он говорит, если бы не было дано тебе свыше, ты бы не имел никакой власти. А если ты имеешь, то Господь тебе ее дал. То есть она проистекает свыше. Как и в послании к римлянам апостол Павел пишет, что всякая власть от Бога. Почему? Разве власть тиранов также является властью от Бога, как и власть мудрых управителей? Да. Дело заключается в том, что если мы ведем себя правильно, то как благословение Божие нам даются правильные правители, которые во благо нам управляют нами. А если мы ведем себя неправильно, то в наказание нам даются правители, которые начинают жестоко управлять нами. Или даже может быть один правитель, который сначала хорошо управляет нами, потом, так как мы меняемся в худшую сторону, он начинает плохо управлять нами, потому что сердце царя в руке Божьей, сказано в Писании. И Господь может ожесточать сердце правителя или смирять его, как мы это видим в случае с фараоном египетским и десятью казнями.